Только вакцинация поможет остановить пандемию. Такого мнения придерживается педагогическая общественность. Так, в общеобразовательной средней школе номер 25 имени Музафара Алимбаева все учителя прошли первые два этапа вакцинации. А сейчас они активно ревакцинируются. Кроме того, в образовательном учреждении применяются все необходимые санитарные требования. Задача одна – не допустить заражения школьников. 25-я школа с 17 февраля работает в штатном режиме. И для профилактики опасной инфекции здесь проводится большая работа. Активно вакцинируются от коронавируса как педагоги, так и ученики. К слову, уже 14 ребят иммунизировались Пфайзером. В их числе 10-классница Ансая Бесембина. В будущем, после окончания школы, она намерена пойти по линии бизнеса и менеджмента. А пока подчеркивает, что для достижения этой цели важно с отличием окончить школу и заботиться о своем здоровье. 9 февраля я получила второй этап вакцины Pfizer. Никаких побочных эффектов у меня не было. Моя мама работает врачом, и мы вместе приняли это решение. Я считаю, что ничего важнее здоровья нет, и поэтому решила обезопасить себя и своих родных. Также считаю, что это дает возможность учиться в штатном режиме, путешествовать и посещать общественные места. В учебном заведении работает 74 педагога, 100% из них вакцинированы, 16 учителей уже ревакцинировались. В школе для профилактики проводится кварцевание, вход строго через приложение АШИК. Повсюду имеются антисептики, имеется по два входа и выхода. В период пандемии важно сберечь здоровье детей, отмечают учителя. Наша школа работает в штатном режиме, чему мы очень рады. В школе соблюдаются все санитарные нормы, проветривание, кварцевание, масочный режим. Ежедневно наши ученики проходят термометрию, ведется температурный журнал. Коллеги 100% прошли вакцинацию, сейчас поэтапно проходим ревакцинацию. Сама я получила вакцину, первый компонент в апреле прошлого года. Самочувствие было хорошим. Затем привилась вторым компонентом. И на данный момент сейчас готовлюсь к ревакцинации. Мы работаем с детками, коллектив большой, поэтому меры предосторожности нужны. Отметим, общеобразовательная школа номер 25 имени Музафара Алимбаева действует в Актобе с 1965 года. Сейчас здесь обучаются 1027 школьников. Николай Сырбов, Миржан Аманжолов, телеканал Актобе.